Йоу-йоу-йоу, всем здорово, с вами снова Томат. И что это, Metal Last Light? Внезапно, да? Думали, Dota 2? Нет, ушки, вот и метро, продолжение. Шкаф полегче. Что это у нас, зеленые качан капусты? Нет, похоже на каску Уиди, кот. Не до тебя. Ау, так. От Гуччи. Окей, нам пушки вернули. Что за херня? Ладно, неплохо. Неплохо. Что у нас тут еще? Противогаз? Не против? Еще что-нибудь поделитесь? Да пожалуйста. Еще? Что-нибудь еще? Нет? Ну ладно. Секунду. Я вернулся, кот попросил выйти. Ну надо же ему выйти. Конечно же, если заходишь, то надо и выйти. Что за вопросы? Так, тихо. Сюда? Алло, мама. Ах, это... Че это, металлоискатель? Понятно. Ну мы вот здесь вот пройдем. Смотри, как настоящий мужик это сделает. Слышь, мужик. Че руки-то дрожат? Руки, ладно, яйца-то не забыл. Че это, растяжка? Так, собрались. Красный пруд. Я так и думал, то что это... Сноумоу. Давай. Давай. Взорвись. Че? 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 Ну, так и долго еще долго. Какой склоняк? Бум! Бичес. Ты же меня не увидишь? Может ушел? Да куда ты полез? Как ты меня увидел-то за огнем? Я же всего лишь олененок. Так, тут коллаж где-то был. Неплохо. Ножик мне отдадите? Спасибо. Бам-бам. Так, власть, совет народа. Мира, земля для людей, грибы голодным. Окей, грибы голодным. Неплохо. Белины дадут. Обидятся. Так, вот здесь кто-нибудь? Ха, никого нет. Ломайся, свет. Так, откроется что-нибудь? Крысы, крысы! Фильтр. Музыку давайте сюда. Бетховена. Уа. Неплохо. Еще калаш. Но мне, в принципе, есть. Ладно. Че у нас тут? Ничего, ничего, ничего. Алло! Никого. Балалайка. Да-да-дань. Ладно. Кручу барабанку, верчу, хочу мавзолей, открывай, зайца кручу. Фух, что это? Ладно, щиток. Щиток всегда нужно отключать. Иди патрулируй. Почему и не ты? Иван! Ребята, вы занимаетесь тут, я пойду пока. Что это у нас? Да ничего особенного. Какие люди, какие пули. Ого, это... Что за труба такая? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что тут есть-то? Ясно. Если я буду спайдерменом и прыгну туда, у меня что-нибудь получится? Я думаю, они это заметят. Нет? Вторая попытка. Ать, ладно, понял, плохая шутка. Что тут есть что-нибудь интересное? Или это снайперская позиция? Может быть. Да не, ну нахер. Что тут, пауки? Стелс. Внимание, персонал! Опачка. Чего это они там? Да чего, чего? Как обычно, небось. Ребята, алло. Задвинули от начальника за технику безопасности. Глушителем? Ну, но это я поменяю. На той неделе
или придавило же одного крана? Краном придавило, говорит. Тропой шмануло. Всего-то. За безопасность. Если все побьются, кому пахать? Действительно. Да. Починили бы матюгальник этот, что ли? А что у вас там? Ого. Чинить, типа? Слесаря? Но это не... Ого, что это, открываешься? Кто здесь? Никого нету, я... Леонид Якубович. Ой-тю-тю-тю-тю. Да знаю, конечно. Сам там служил, хоть и недолго. Так там в том году такое было. А? Мужики рассказывали, кто-то и наших, и фашистов всех подчистую. Эй, там вроде кто-то есть. Не-не-не-не-не-не. Это я просто фонарь включил. Мужики рассказывали, кто-то и наших, и фашистов всех подчистую выбил. Смена пришла, а все лежат. И фашистов нет. Вообще никого живого. Ну, похоже, про меня рассказывают из прошлой части метро. Это же Тёма был. О, Зожик твой. Раз, два взяли. Раз, два, давай. Давай еще третий. А еще пять раз сделаешь, я подойду, заберу этот меч. Шесть, ни хрена себе. Ну, обещал так обещал. А ты-то чё? Чё тут есть? Он чайник. Плохо, чайку тут. Давайте, открывайтесь. Нет? Неинтересно. А тут чё? Это я... Куда это попал? Чё? Да как такой отряд прошел бы там незаметно? Хотя предатель там вроде был. Ловили его еще потом. Шпиона какого-то через кузню на фронт переправили. Может, шпион это все разведал и навел потом. Но все равно. Ща? Это сложно получается. Ща, не понял. Окей. Тихо, я вообще не знаю, я в текстуру попал, ребята, это... Ты что там, куришь? Огоньку надо? Не, не надо, понял, спокойно. Ох ты, срань! Где ему огоньку предложил, а он... Так, двинули, ищем, не лезьте на рожон. Вроде чисто. Так. Тихо. Вроде нету. Ага. Прикрываем друг друга. Курение тебя убьет, ёбаный насос. Внимательно. Или как там было в том комиксе? Сигаретки не будет? Нет. Почему? Потому что курение тебя убьет, ёбаный насос. Вы ушли? Кто-то есть вроде. Зожик, не хотел я тебя трогать. У нас потери! Наш! У нас потери! Ну ты чё? Зачем вы, ребята, зачем вам это нужно? Ну зачем? Я же просто... Просто поиграю на фортепиано. Та-дам. Ладно. Не хотите как-то? Кораблик? Тревога, враг! Да какой враг, это кораблик? Кто-нибудь его... Растяжка, ёбаный в рот! Где? Не понял. Мы видели вообще, ребята, вас растяжки тут. Растяжка, говорю. Ты видел вообще? Не, ну ты видел, а ты видел. Рэмбо, говорю я. Согласен, это было немного неадекватно. Там же растяжка была, блин, ну чё они, кто сюда? Напотухло? Чё за фигня? Ладно. Ничего страшного.
показалось. Тихо. По стелсу, значит. Того парня нужно ликвидировать, но... Лампочки у вас тут какие-то нерабочие. Слышал? Так и простыть недолго. Можно я отключу, да? Спасибо. Вот так стоишь. Да-да-да-да-да. 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 Да-да-да-да. Фига вас тут. Ребята, если бы я с вами дрался, то я бы всех вас ножа подщипал. Наверное. Сталкер? Ты не выступай там. Надо, значит, надо. Скажи спасибо, что собирать все это на поверхности не заставляю. Ладно, еще будут сегодня грузы? Не, это последний. Тихо. Хорошо, тогда я малость перекурю. Ты там не увлекайся. Знаешь, что за опоздание? Доброе дело мне дали. За что? Интересно. Убегаем, открывай вертуху скорее. Закрыл. Это было странно вообще, что за фигня, они меня не заметили. Петруха, готов? Петруха, молодец вообще. Так, что за электрик какой-то? Лампочка. Это лампочка Вет. Монстр из лампочка Лянди. Он уничтожает твои лампочки, забирается к тебе в жопу ночью, а потом включает свет. Чего у тебя за... Чего? У тебя там вроде нет никакого щитка, так что я пойду сюда. Так, они что-то там замеряют, это важно должно быть. Свет выключаем. Есть что-нибудь? Ща, минуту. Фильтров много. Какой-то... интересно. Значит, нас готовят либо к вылазке наверх, либо... Будет... где-нибудь противогаз. Когда еще? Еще фильтр. Стелс. На-на-на-на-на-на-на-на, я Бэтмен, слышал, мужик, я Бэтмен. Алло, мама, я Бэтмен. Так, это что у нас здесь? Ого. Ух ты, это что такое-то, а? Шариками стреляет? Он тот главный? А что там светится? Так, я здесь спущусь? Ага. Тихо. Тихо. Нырну здесь. Тыщ. Мышка. Порядок. Иди к папочке. Так, это что это? Интересно. Норма. Надо будет попробовать. Это с глушителем интересно. Не хочу сейчас пробегать. На-на-на-на. Еще нычка. Здесь можно что-то пройти? Ага. Шаги какие-то. Чш. Как знал, смотри! Ох же этой моей навыки ванги. На, в голову прямо хочем ей. Облечь, облечь. Нормально! Показатели расхода. Вот так. В норме! Выход метанола на сепараторе. Отлично! Говорят, огоньку тебе дать. Не. Ха, твою мать! Чё орёшь? Чё орёшь? Так, они что-то записали. О, здесь можно было пройти.
Ну, плохо. Чё, мне сюда надо идти? Это чё такое? Крутится, вертится шар голубой. Нет? Всё, готов! Приступили? Давление синтез газа. Порядок! Температура в теплообменнике. Норма! Выход метанола на сепараторе. Тихо. Отлично! Показатели расхода. Ну ты молодец, молодец. Обороты компрессора. Нормально. Чё, у тебя есть что-нибудь? Тревога! А! Тревога! Что за фигня, какая тревога? И сразу включилось? Чё за херня? Неужели заметили? А я вообще сюда пошел? Можно было там выбрать куда? Чё? Это магия песни. Долбануть бы грамм 200. На-н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 а. Нет? Груз по обе снял. Принял. Куда погрузил? Да где место? К мамке твоей. А! Ну ладно, шучу. Наверх в основном. А точнее? Что точнее? Сколько ж тут света, и меня не видно, что ли? И вообще не напрягай. Борода у тебя? Уродская какая-то. Че ты такой нервный? Ой, опять доброе дело дали. Знаешь что? Херово ты умрешь? Говорил же, что херово. Нефиг было бузить на людей. Срочно. Книжки? Тут всегда были книжки? Я думал, тут инструменты какие. План заведения. Хм! Изучаем. Ни хрена непонятно. Вот у меня бумага, и тут написано, что должно быть 7 бочек смазки разных марок. Смазки разных марок. Это что такое? Шутки шутите? Вова, не кипишуй, говорит. Огонь! Огонь! Вова, пожарников вызывай! Они меня не заметили? Так, выключайте фонарики. Сквозняк, да. Да, да, сквозняк. Действительно, блядь, сквозняк. На кран. Вау! Вау, какая киска! Хочу от тебя ириску. Не, ну ты видел, а? Хм. Возьму-ка я с глушителем, наверное, а это и поставлю потом. Мне же лазер не нужен, нафига мне лазер? Правильно, Вован? Смотри, кто-то какает. Прям смачно так. И прикол будет. Прикол будет. А? Вот ты скучно. Что за фигня? Тревога, брат. Ах ты ж еб твою мать. Что за фигня? Че, сундук в сундуке? Сундук в сундуке, в сундуке, в сундук в сундуке, в сундуке, в сундуке. Одна монетка! Что? Что, бля? Вы, бля, издеваетесь? Одна... Че за тролли, а? Так, ты сюда не ходи. Ты легче будь. Никуда не денется. Сейчас... Да уходите вы уже. Мне хватило вот этой вот тролльской штуки. Это вот этот, наверное, шутканул. Я могу там где-нибудь пройти? Так, двинули. Ищем. Не лезь ты на рожон. Не надо, ребята, я пошутил. Почему ты спалился? Вроде нету. Хм.
вроде не было света. Может быть, моя зажигалочка палит так сильно? Не знаю. Давайте пока изучаем живопись. Оружейный цех. Мне можно идти? Как-то вы странно ищете. Прокольчик. Ладно, 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 я понял. Все из-за одной монетки. Ты еще кто такой? Терминатор, ёпт. Ты закончил? Мне можно идти? Спасибо. Вот, блин, нервные все. Ой, нервные, ой, нервные. Люди, вы просто хуи на блюде. Извините за мой французский, конечно, но... Заряжать ее надо. Давай, 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 давай. Че тут? Карты играть? Ничего себе. Что это у вас тут за комната атмосфера? Ладно, зарядилась? Да вроде нормас. И чё, куда мне? Сюда? Ладно. Ещё! Прям как Гуф в молодые времена. С Богом. Ну и чё нас теперь ждёт? Из одной, блин, монетки. Ты кто? Долго нам тут ещё стоять? Нет. Да нет, должны уже с вахты идти. А ты сам в той вахте был? Был. Жуть. Вроде и станция рядом, и пулемёт, и товарищи не подведут. А как зашуршит тварь какая в паутине, так сразу ж пот холодный. Да ты чё? А эту паутину не пожечь нахрен. Действительно. Но эти твари опять всё затрудняют. Что вы делаете? А! Застрял! Покерфейс активирован. Ой! Да показалось! Когда 6 часов отстоишь, и не такое померечится. Может и показалось. Да кто-то же тырит запчасти и продукты. Твою мать, как вы меня не видите. Потом Ганди по-тихому продают, сволочь. Идиоты. Ты кто? Ты кто такой? С недосыпа не такое чудится. Да че тебе чудится? Че тебе чудится? Вот скажи мне, а? Не почудилось. Вот мне не чудится. Тебе что-то чудится. Ох, какая няшечка. Какие диски, какие посаженные. Ты посмотри на нее. Муа персик. Факела тут включена. О, опять пауки. Бэйби. Не говори мне, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Что это вообще? Пауки. Зажигательная. Друг, не видел, как пройти в библиотеку? Нет? Ну ладно. Привет, Мона Лиза. Чё это тут такое? Пятерочка.
пятачок нашел. Яички не снимаются. Ребята, чё, как? Нормас? Чё-то у меня тут красный прицел был, я не знаю, может, можно было тут как-то кого-то чё-то шлёпнуть? Сейчас какая-нибудь ебака выскочит. Что за чё такое? Это чё, ты чё за экзибит? Погоди-ка, Артём, ты что ли? Ну и да. О, свой братан какой-то. Мне удалось отправить весточку. Голос знакомый. Через своего старого друга Андрея Кузнеца. Андрюха Кузнец. Что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Понятно. Ну, а следующую мы в следующей серии, пожалуй, закончим. То есть продолжим. Пока-пока.